К международной конференции Solar Group была приурочена тематическая программа для иностранных партнеров компании. 8 августа партнеры из 16 стран посетили строительную площадку, на которой возводится проектно-конструкторское технологическое бюро «Совалмаш». Делегации возглавили национальные представители Solar Group из Германии, Болгарии, Индии, Непала, Вьетнама, ряда африканских и латиноамериканских стран. Заместитель генерального директора «Совалмаш» Александр Сударев провел для них экскурсию по территории стройплощадки. Он рассказал об особенностях строительного процесса, о том, что сделано и что предстоит сделать для завершения строительства по КТБ, а также ответил на многочисленные вопросы гостей. В рамках визита руководитель партнерской сети Solar Group Алиса Кузнецова вручила партнерам сертификаты участников конференции. Многие партнеры впервые побывали на строительной площадке. Для них важно было вживую увидеть результаты, узнать новости и разобраться в сложных вопросах. Полученной информацией и эмоциями партнеры поделятся с инвесторами и участниками проекта из своих стран.